Приветствую вас на моем канале. Сегодня расскажу про одежду. Я меняю сейчас летний гардероб на осенний и решила показать вам, что же я носила этим летом, что не носила, что у меня есть в летней базе для молодой мамы. И есть некоторые вещи, которые останутся еще в осенний гардероб, перейдут. Ну, получается, что даже и не уйдут из гардероба. Перейдут в осенний, в зимний, останутся весной. Есть у меня вот такая рубашечка. Вот она перейдет у меня и в осенний гардероб, и в зимний. Везде пригодится. Я ничего сейчас не отглаживаю, потому что недавно постирала вещи. Отпарить, отгладить еще не успела. Нет сейчас на это времени, просто хотела поделиться с вами, показать, какие вещи у меня есть. Если бы я еще занималась отпариванием, у меня бы не получилось сейчас заснять это видео и рассказать вам, какие же вещи у меня были в летнем гардеробе. Итак, этим летом мне пригодилось не очень много вещей, было не очень много выходов. И все мои прогулки, практически все, были с использованием вот этих вещей. Белые джинсовые шорты. Белые джинсовые шорты. Синяя джинсовая юбка, она у меня периодически мелькает в видео. Еще я приобрела это вот единственный комплект новый. Все остальные вещи у меня находятся в базе уже достаточно давно, несколько лет. А из нового у меня сатиновый такой костюм в пижамном стиле, пижамный костюм. Я его одевала на улицу. В нем также приятно находиться и дома. Абсолютно универсальная вещь. Дома смотрится тоже очень хорошо. Итак, из низов. Летом я носила, повторюсь еще раз, белые джинсовые шорты, джинсовую синюю юбку, сатиновые брюки от пижамного костюма. Также я носила бежевую рубашку, которую я уже показала. Ты слёгенький, засыпаешь, маленький. Ты мой хороший. Еще одна рубашка. Только что я ее показывала. Это сатиновая рубашка от пижамного костюма. Ее тоже одевала. Также из рубашек я одевала этим летом вот такую со скрытыми пуговицами. Ищу такую же, с такими же скрытыми пуговицами, еще рубашку или рубашки. Мне такие идут, нравятся. Хочу еще такие приобрести, но просто пока не было времени посмотреть это что-то где-то. Поискать не было возможности. Что тут у меня еще есть? Давайте посмотрим. Давайте еще раз поближе покажу, покрупнее. Вот эта рубашка со скрытыми пуговицами. Из-за того, что у нее темноватый цвет, я ее одевала не часто. Я хочу точно такую же, желательно в бежевом цвете. Если вы знаете, где можно онлайн приобрести, подскажите, пожалуйста. Может быть, у вас уже есть что-то подобное в гардеробе. И вы знаете, где это приобрести, поделитесь. Ну и расскажите, как вам в носке такие вещи со скрытыми пуговицами. И еще из рубашки у меня такая немножко приятного, немножко лимонного такого цвета, нежно-нежно-желтенького. Хлопковая рубашечка, мягкая. Это то, что касается низов и верхов. Также у меня есть три платья. Единственное, этим летом
платье. Это платье я не одевала, платье-рубашку, потому что мне не было необходимости в этом. Также несколько раз я одевала свое платье с анималистичным принтом. Также есть у меня еще платье сатиновое. Из верхов вот такой яркий пиджачок. Джакет. Как вам больше нравится? Вот такая у меня летняя база. Ее буду менять, кроме одной рубашки, про которую я уже сказала. Делитесь своим впечатлением о моем летнем гардеробе. И, может быть, вам захочется поделиться и рассказать о своих вещах. Или, может быть, что-то спросить. Пожалуйста, переходим в комментарии. Давайте пообщаемся.